Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Почему я хочу себе шить одежду, новое платье, но у меня с трудом идет реализация. Я нахожу тысячи причин не делать это. Что мешает мне воплотить мечту в жизнь, как мне избавиться от этого препятствия? Ну, смотрите, давайте начнем, наверное, как-то вот немножечко сначала, да. Значит, вы хотите что-то делать, у вас есть, условно, там, некоторая цель, да, у вас есть некоторое желание, некоторые желания у вас есть, вот, вы хотите, там, условно говоря, чего-то добиться, да, вот. При вопросах занятия деятельностью любой можно говорить про мотивацию в первую очередь, про отношение к ошибкам во вторую очередь, то есть, ну вот, условно говоря, да, как я отношусь к ошибкам, как я там реагирую на ошибки, вот, как я воспринимаю, да, что у меня что-то может не получиться, вот, насколько я адекватно себе ставлю цели, да, то есть насколько они соответствуют, эти цели, моим, там, условно говоря, возможностям, да, вот, и какая у меня альтернатива. То есть, условно говоря, там, если я там, делаю ставку только на одну, только на один вид деятельности, да, то это, ну, естественно, мотивация куда более сильная, вот, и, соответственно, там, ну, можно говорить про, например, то, что чрезмерная мотивация, она несколько вот мешает, да, то есть она несколько, ну, она несколько, как бы, отягощает деятельность человека, да, вот, потому что чрезмерная мотивация — это не совсем то, что естественно для, ну, ну, для конкретного индивида, вот, к сожалению, там, или к счастью, не совсем это естественно, вот. И соответственно, именно вопрос мотивации, именно вопрос отношения к возможно, неудачи, именно вопрос дальнейшего целеполагания можно рассматривать в данном контексте. Вот. То есть, грубо говоря, такие вот основные моменты, на которые нужно обратить вам свое внимание. Вот, условно говоря, есть что-то вроде перфекционизма, да, то есть когда там, грубо говоря, когда я лучше буду делать, значит, я лучше не буду делать, точнее, ничего, да, я лучше не буду никак, себя проявлять, если знаешь, что, там, условно говоря, неуверенно, там, своей, допустим, ну, своих результатов. Вот. Например, в случае я не буду делать ничего. Вообще ничего. Вот.
То есть это какой-то такой вот страх перед, ну, перед возможной неудачей. Хотя неудача, в принципе, это естественно. Вот. Дальше. А что еще может удерживать человека вот в нереализации, помимо, ну, помимо страхов, да, это определенная выгода. Выгода того положения, в котором человек находится. То есть, образно говоря, можно, можно, допустим, хотеть чего-то, да? То есть можно чего-то хотеть. Можно хотеть, там, к чему-то стремиться, например. Но хотеть этого можно интеллектом, тогда как, грубо говоря, не интеллект, если мы говорим о неинтеллектуальной какой-то такой работе, человек хочет чего-то другого. Человек хочет там какого-то другого аспекта. Человек хочет каких-то других вещей. И человек испытывает определенные сложности. Сложности определенные в том, чтобы поменять свою позицию. Вот. Ну, то есть. Я хочу, например, заниматься, там, допустим, не знаю, своим делом, да, ну, к примеру, вот, хочу заниматься своим делом. Но если я буду заниматься своим делом, мне, например, придется взять на себя ответственность за, там, условно, не знаю, условно, там, за свою жизнь, к примеру, да, мне придется, там, себя обеспечивать, к примеру, опять же, говорю, просто к примеру. Вот. И, условно говоря, об этом мне страшно, что мне придется себя обеспечивать, и поэтому я предпочитаю ничего не делать. А интеллектом я, грубо говоря, просто там оправдываю, да, интеллектом я просто объясняю, вот, что, значит, объясняю, что я здесь и сейчас делаю, как бы, понимаете, да, о чем идет речь, речь, вот, и, соответственно, в таком вот конфликте я существую. То есть это всегда борьба, это всегда проблема, именно вот какой-то борьбы, такой вот, ну, чисто такой вот борьбы, психологической борьбы, понимаете, вот, и соответственно, нужно смотреть на эту борьбу. То есть нужно смотреть на то, как эта борьба развивается. И что, соответственно, с чем борется. Вот. И после того, как, условно говоря, будут понятны, будут ясны стороны,
который участвует в борьбе. Вот, уже можно будет говорить о какой-то такой целенаправленной точечной помощи. Да, то есть, ну, сперва нужно причину разобрать, то есть просто поискать ее, посмотреть, вот, там, условно говоря, что, значит, поискать, что именно с чем конфликтует, да, и это в процессе работы происходит, и, соответственно, вам будет оказана помощь, вот. Может быть, в глубине души вы хотите вообще чего-то другого. Может быть, в глубине души вам там нужно вообще что-то совсем иное, а не то, вот, чем вы занимаетесь на данный момент. Да, то есть, как бы, такое вот тоже, ну, условно говоря, там, вполне может быть. Вот. Но это нужно исследовать. Это нужно доказать, то есть, не знаю, это, ну, как бы, гипотеза, должна быть гипотеза, вот, ну, условно, опять же, условно говоря, да, ну, должна быть гипотеза, вот, пока что такой гипотезы нет, вот, даже близко. То есть я пока высказал вот некоторые предположения, все. Но я думаю, что вот как бы я склоняюсь к мысли, что вы, скорее всего, боитесь что-то начинать. То есть из-за перфекционизма, из-за, соответственно, страха ошибки. Вот. Вот я думаю так. Это наиболее просто такая распространенная проблема, поскольку вы предоставили минимум информации, то, соответственно, никаких ну, индивидуальных моментов, вот, как бы я пока что не увидел, к сожалению, вот, вот такой ответ я могу вам дать. Значит, что нужно сделать, да, нужно вам посмотреть на, обратить внимание на те моменты, на которые я обратил внимание, вот, посмотреть, что из этого вам, образно говоря, откликается, вот, да, что, ну, что вам, что вы чувствуете, как вы чувствуете, вам откликается, вот, и, значит, уже в этом направлении действовать, вот. На этом все, я надеюсь, что вам помог, желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за обратную связь.